Итак, друзья, сейчас мы будем играть в стендофф. То, что из этого получится, сейчас посмотрим. На телевизоре, да? И будем мы сейчас в него играть. Я подключил уже джойстик. Нажимаем играть. Немного сложно держать камеру, потому что в одной руке у меня джойстик, в другой руке я снимаю. Например, пусть будет командный бой. Так, я еще толком не разобрался, как это делать. Грузится карта, как вы видите. Может, немного вот так вот сделаю. Вот, да. Чтобы вам показывало. Все четко, чтобы было. Итак, загружаю я карту сейчас. У меня загрузка идет. Уже почти. Так, у меня все. Так. И вот здесь вот у нас мы можем поиграть. Как вы видим. Ну, одной рукой это делать сложно достаточно-таки. Но все же это стендофф, ребят, это стендофф. Сейчас что-нибудь придумаю, как играть. Тогда управлять нашим героем. Должны управлять нашим героем. Так, я не знаю, как там по звуку сейчас. Так, куда мы должны идти? Для начала надо понять. Так. Думаю, сюда мы должны куда-то дойти. Так, нет. Сложно, конечно, сложное управление. Достаточно таки. Но играбельно, в принципе. Поиграть, в принципе, можно. В эту игру. Так, окей. Сейчас даже нормально слышно быть. Так, прицелился. Давай, хоп. Нет, не убил, походу, я. Сейчас мне надо разобраться в кнопках. Ладно. А как здесь закупиться или что? Здесь же как-то можно. Вот. Тяжелое оружие. Давай, допустим. Вот, все, взяли дробовик. Сейчас с дробовиком побегу на них. Сложно, сложно, ребят, очень сложно играть. Так. Сейчас мне опять надо разобраться здесь, что есть. Вообще, я хорошо стреляю. Здесь есть аук? Здесь нет аука. Я забыл закупиться. Ладно. Сейчас разберусь. Сейчас. Так, меня уже где-то коцают. Да, опять убили меня. Не, ну, в принципе, сейчас разберусь я. Достаточно таки все сложное. Все это сложное. Играть сложно. Если люди здесь играют постоянно, то я играю первый раз вообще. Я вообще не понимаю, что здесь делать. На самом деле. Так, там сверху, ясно. Сейчас разберусь. В управлении. Вот он вышел. Ну как мне его убить-то, я не понимаю. Это все сложно делается. Так, и сейчас попробую еще раз сделать кое-что. Так, сейчас. Загрузка какая-то идет. Так, мне надо поменять. Давай стандартно, пока что. Допустим, поставлю эту фотографию. Здесь как-то, наверное, можно сменить ник. Я так понимаю. Но что-то я сменить ник не понимаю. Мне что дали? Original Box. Ну, погнали. Открываем кейсик сейчас. Как CSGO. Так, выпадает мне дробовик такой, какой-то желтый. Face it. On Common. Origin Collection. Ну, ладно. Хоть такое. Применяем. Магазин. Тут есть магазин. То, что мы можем купить. Рынок, какие-то ножи, пистолеты, какие всякие, и вот такое всякое. Так. Здесь заявки, но мне надо разобраться с ником. Надо мне ник. Ну, ща, ладно. Я не понимаю. Вот ник, все, меняем ник. Меняем ник
на WhatsApp. Все, окей, окей. Все, ник теперь у меня Навасов. Вам, наверное, это все видно. То, что поменял я ник на Навасов. Так, погнали тогда. Ладно, ребят, на этом наш обзорчик заканчивается. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Всем удачи, всем пока.